Всем привет, дорогие видеозрители моего канала! К вашему вниманию предоставляется заключительный этап турнира Лига Звезд в формате одного персонажа. Как говорится, если чем и мериться, то только победами в одного перса. Не буду оттягивать вас от просмотра вашего любимого контента по использованию минок, НЛО, Джек-Джек. Лишь скажу огромное спасибо этим ребятам, без них бы я тут руками не махал. Все, давайте уже смотреть. Все, начинаем первый бой, соперник у нас миротворец, поехали завозить контент. Уж больно долго я его ждал, мы только это могли бы себе представить. Ну все, на этой карте, я думаю, тут мне будет очень плохо. Играем в одного перса. У нас, получается, никаких ограничений нету. Дает паучка. Я оказываюсь под выносом, правильно? Правильно. Значит, будем его уронить. Значит, будем его как-то уронить. Я могу выносить. Могу выносить. Зачем он тянул охрану, чтобы я далеко не уходил? Ну, логично, да? Портами чуть поднимемся, дадим 2 джека, и будет вкусно. Нормально. Даже, я думаю, можно вот сюда вот охрану поставить. Вниз поле. Токсин в себя. Ну и 2 джека. 2 джека. Сделаем такой ход. Ну, сейчас будет минки накидывать же, да? Но у меня есть у ворот. Буду рассчитывать на это. Но, по всей видимости, меня топят. Отлично. Я хорошо отошел. Посмотрим, как он будет меня выносить все-таки. А с чего в конце? НЛО же? Или что? Да, НЛО плюс охрана. Окей. Так еще не будто у него сотни секунд. Я не знаю, как он все успел. Ну, поле. Ну, ворот был, но он как-то особо не спас. А вот мин, кстати, может меня откинуть. А, есть шансы, ребят, есть шансы. Он тупит. Где охрана его? Охрана его тут, да? А я не подумал, что она меня так заденет. О, ненавижу играть в одного перса, ребят. Ненавижу. 1-0. А я мог выносить, действительно. Но я подумал, что охрана меня не заденет, я спокойно ее разминирую, потом вынесу его. Не то. Оно было. Так, берем изверга. Я буду менять через ход. А что это такое посреди ролика? Ах да, это же реклама. А ты собираешься ее уже промотать? Стой! Я не собираюсь тебе рекламировать всякую туфту, хотя бы потому, что с казино мне еще не звонили. Это лишь реклама моего аккаунта Boosty, на котором ты сможешь посмотреть все видео сражения данного раунда, получить доступ к крайнему эксклюзивному контенту, а также к повтору всех стримов. Подробности, конечно же, в описании. И мы его топим. Третья игра пошла. Карта классная, знаю, как выносить тут с гравипушки. Вот сюда надо встать. Вот сюда гравипушечку первую. Потом сюда. Блин, если бы взял перевязку, ну я не знал, что он меня бьет сенсором его кота. Зачем я вообще покупал кота? Это какой-то сюр просто. Для меня это сюр. Просто мой кот пошел. Идем сюда. Токсин в себя. Так, уронить или... Или что? Давайте уронить. Давайте уронить. Или не уронить. Или нет. Надо было от блока. Ну, а толка тоже от блока.
заморозить его, чтобы не накидывал мины, но он сранцев на... Балка, ранец, тоже так же натянет. Ладно. Пока пропустили. Смотрим дальше. Ну, если он сейчас опять даст 4, ой, 3 пары бариков и сенсоры убьет меня, но это все, это Габелла. Сразу, до свидания, этот турнир. С пометкой никогда не повторять его. Я не знаю, у ворот только больше как будто руинит меня, чем помогает. О, можно сюда мины накидать. Можно же? Можно. А последний ход какой сделаем? С кувалды? Последний ход с кувы сделаем. Нормально. Сколько у меня? 417. Блин, 4 сотни снес, очень вкусно. Согласен, остался под минками, но посмотрим, как он это сделает. Так там же мой... Я уж подумал, что он там прям так нагло решил. Ладно. Ладно, ладно. А блок стоит. А может быть, как-то он сломает барики? Круто. Да. Это контент. Так, все, я обнулил цепочку. Получается, одна моя победа. Надо две победы, и все, и мы побеждаем. И мы побеждаем. Это было круто. Поехали. Можно было бы сенсор, конечно, кинуть. И не идти к нему. Чтобы он ушел ко мне. Я постоянно к нему хожу. Пускай он сам ко мне идет. Пойдет. А то я постоянно к нему перехожу и возле его знамени играю. Все, нет. Давай ты ко мне. Так, это вроде шестой бой у нас. Так, у меня 595. Может быть, увернется и уйдет Рэмзи куда-нибудь в землю? А куда мины накидывать? Балка? Ну, на балку, да. За земочку. Только последний ход не знаю, с чего делать. Последний ход с чего сделать, я не вижу. Можно с одной мины, по идее. Так, ну вроде вкусно получилось, да? Ну вроде вкусно. Вроде вкусно вышло. А ему сложнее накинуть мне. То есть его ошибка получается в том, что он просто заземку не кинул. По идее. Если он там останется, то буду Рамзесом бить. Балка, Рэмзи. Я сижу отлично. Ну, конечно, может еще раз овцу долбануть, на толку-то от этого. Ну, и ничего страшного. Стерпим. А ему перевязка выпала. А он долетит ли? А долетит ли он? Вот в чем вопрос. Так, берем токсин.
Я, кстати, увернулся. По кайфу было. Хочу аптеку забрать. А, ну то значит не будем забирать. А, не, может быть тоже заберем. Я не знаю, что он сейчас придумает, поэтому я просто такой ход сделаю. Ну, 144. Ну, нормально же. Главное не дождаться мужиков. Ну, понятно, что он хочет мину накидать, но у него не получается явно никак. 137 я, по идее, просто сверла убиваю. А, он буран дает. Дает бураны. Я двинусь чуть правее. 157, вот это уже... Мне не нравится побольше. Можно блок под себя дать? Я просто не знаю, как его... Вот сейчас как убить, я его не знаю. Как будто можно тянуть паука, а если он не сядет? Вот, типа, если блок под себя, то точно все нормально будет. Не знаю, ребят, не знаю. Ну, он никак не сделает. Ну, типа, он хочет НЛО. Мы это все понимаем. Но он не сможет дать мне НЛО. Ну, да, сейчас бы его охранник так бы скушал бы. А, он хотел блок сломать. Кстати, а в этом была логика? Если бы он сломал бы блок. Так, минус мина. Можно еще одну минку паучка? Да, без вопросов. 147, да? Тут вообще, кстати, на самом деле я могу дать бураны. Это я могу дать. Мужики, через сколько? Через ход, блин. Сколько Рэмзи сносило? Я не помню. Я не помню, сколько сносило Рэмзи. Это прям вообще беда. Даю бураны. Давай. Даю бураны, если что, спрыгиваю с паука минус 75. Да? Да. Тогда зачем бураны? Можно дать душеметы. Ну. Все. Математика. Все, отлично. Первая победа снова есть. Все, шляпы больше менять не буду. Так, поехали. У меня две победы. Я поставил ему кота. Вызываю. Ух. Просто победить. Кот не тащит. Кот не тащит, запомни. Надо сейчас сделать победу. Забей на кота. Забей вообще на кота. Кот — это ловушка. Зачем тебе эта ловушка нужна? Так, на первом ходу буран закрыт. Ну, я его не вижу в любом случае. И просто блок кидаем. Сейчас заставим его потратиться. Потратить текстуру вообще круто будет. Но нет, он тут знает лазейку, как вылезти. Класс, я не знал. Скорее всего попытается сломать блок при помощи экстры. Ну давай! Не заживал, я манал. Ну что это за подлости такие? Что это за подлости? 195.
Ну, юз. Факта. Ну, не заживать. Ну, как так-то? Ну... Грули, несерьезно поступаешь. В этих ситуациях, ну, это прям вообще не по-честному. Так, обязательно сенсорку. Ой, не сенсорку. Вы поняли. А вот сенсор тоже можно дать. Ну, какой-нибудь такой ход сделаем. Вроде мины никак тут не накидать. 389. Обменялись заземками. Ну, вроде мое знамя тоже тут близко. Посмотрим. Закрывает мне возможность вылазить. И, скорее всего, свой блок кидает же, да? Нет. Чё дроки не задушил? Нечеловечно ты поступаешь. Я в тупик еще попал, да? Ну, тянем паука в любом случае. А там по ситуации уже. Ну, сейчас будет плохо. Сейчас будет очень плохо. Я знал, что я, например, на такой ход шел. А толка ноль. То, что я хотел сделать охрану. Просто без толку вышел весь ход мой. Да как вылезти-то отсюда, ё-моё. Ну тут себе за баррикаду построил. Пускай там один и сидит. Крысолов, блин. Так, полтора прицела. Ну где-то вот так, кстати, да. Я себе ничего не буду кидать. Блин, блок опять стоит. Ну какого черта? Вот как блок ломать? Я понятия не имею. Просто понятия не имею, как ломать блок. 298. До мужиков мне не дожить. Вот эта последняя бы победа, она такая вкусная была бы. Может быть, поле закончится и Рэмзи? Посмотрим. Чего я могу его уронить? А Рэмзи куда не пройдет? Он не проходит. Отлично, он открывает мне проход. Ну, даже фиг знает, насколько хорошо он мне его открыл. Так, снайпу могу? Могу. О, вкусно. Все, бьем снайпу тогда. Куда сами встанем? А сами вниз уйдем, ребят. Ничего я больше делать не буду. Меня все остальное устраивает. У меня 195. Блин, на полтора прицела осталось. Ну ладно, у меня защита от холода, он меня не убивает. А вот что самому дальше делать? 117, ё-моё. Тупо блок под себя пробовать, я не знаю. Закроем. Сколько он еще замор... Ну он сейчас... Ну благо мужики появились. Мужики, я ждал вас всю жизнь. Сюда поле. Токсин в себя. Понял, не в себя. Ой. Кстати, разминировал неплохо.
Ну потому что да, он сейчас бы любой урон мне нанес бы, спрыгнул с блока и все, конец игры. А так он заставляю я его кидать еще зомбей. Вот блок сидит, это конечно проблема, потому что я могу попробовать сумку дать, что-то еще. Без этого очень сложно. Очень сложно. Блин, почти убил. Он почти убил. Попробую двоих лучом долбануть. Я вообще лучше ничего не придумал. Двоих убил. И мои полудобитые по всей карте бегают. То какие шансы, ребят? Ну сумка, ёп. Конечно сумка. Вот он еще сумка. А, кстати, всех не убивает. О. Да посмотрим сейчас. А если в меня сейчас... Блок, а, блок заканчивается. Из-за земли. Фух, все, слава богу. Все заканчивается. Да, сейчас важно. Все, отлично. Ребят. Ух, боже, три победы. Я сделал три победы. Я думал, сейчас я его не утоплю. Я боялся его добивать на хп, потому что я знал, что там будет уворот. Три победы. Просто... Нет слов, одни эмоции. Одни эмоции. Я плачу. Я наконец-то смог в турнире одного персонажа кого-то победить. Фух. Не могу. Ребят, ну, вы сами все видели. Это было незабываемо. Это было очень круто. Фух. Вау-эффект сработал. Я остался доволен. Спасибо большое за просмотр. Дальше больше. Пока.